Движение «Волонтеры-медики» поддержало камчатских врачей. В честь Дня медицинского работника его сотрудники вручили подарки специалистам Камчатского центра медицинской профилактики, регионального сосудистого центра и скорой помощи. На Петропавловскую городскую станцию скорой помощи добровольцы-медики привезли более 100 подарочных комплектов. В каждом теплый плед. Сейчас на скорой уже работают 14 бригад. Выздоровевшие врачи и фельдшеры возвращаются к работе. Медики отмечают снижение числа вызовов, что характерно для летнего сезона. За сутки по Петропавловску в среднем поступает до 110 вызовов. В рамках акции пришел 201 подарок, которые будут вручены тем сотрудникам, которые стояли с первых дней на передовой в борьбе с данной инфекцией, и тем подразделениям, которые наиболее пострадали от данной проблемы. Такое решение было принято в Москве федеральным центром. Мы выражаем огромную благодарность тем сотрудникам, как говорится, и работникам, и медикам всем города Москвы, которые нам прислали такие подарки. Спасибо им огромное. Мы знаем, как им очень тяжело было и остается. И выражаем им большое спасибо, как говорится. И желаем им крепкого здоровья и дальнейших успехов в профессиональной деятельности и в дома.